Лора, привет! Это Наталья. Сегодня 7 июня 2020 год. И я нахожусь у себя дома. В Риге, на Югле. И просто короткое видео. Хочу всех поздравить с прекрасным праздником Троицы. Святая Троица сегодня. Так что всем желаю здоровья, прекрасного настроения и красоты, гармонии в жизни. Вот, я, как всегда, занимаюсь своим любимым делом. У нас сегодня довольно пасмурно, поэтому денёк провожу дома Своими фотографиями и вот этой сиренью, которая еще последние денёчки. Вот. вот такой вот вид у меня с окна. И вот она, любимка моя сирень. Всем хорошего настроения. Привет из Риги. И пока.